Привет всем любителям мелодрам. Предлагаю прослушать обзор к украинскому сериалу «Если бы докабы». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Модельер фабрики по пошиву спецодежды разочарована отсутствием перспективы. Екатерине уже 35 лет, но она не добралась до модных подиумов Италии и Франции. Она не готова к рождению детей и через 15 лет брака не может согласиться с просьбой мужа стать матерью. Накануне торжества ее не пустили на шоу Сержа Померанцева, с которым она знакома с институтской скамьи. Он всемирно известный модный критик, в годы учебы бегал за ней. Она выбрала для замужества талантливого парня, музыканта Алексея. Девушка не уступила попыткам его состоятельного отца разъединить их, но позже начала сожалеть о бесполезности своего профессионального существования. Без кредитов и финансовых вложений она не создаст коллекцию по своему вкусу. Реализация невозможна из-за препятствий, умышленно созданных ее свекром. Леша прилагает старания для осуществления ее мечты, но доходы аудитора не могут дотянуть до требуемых вливаний. Катя прокручивает линию «Жизнь назад», а поможет ей случай в химической лаборатории подруги. Он перебросит героиню в «Миллениум», и она сможет попробовать новый вариант для судьбы. В главных ролях – Олеся Фатахова, Настя Задорожная, Анна Кузина, Тимофей Каратаев.